Всем привет! Только что была вот в этом кафе Макси, мое любимое кафе, и с моей дочерью мы постоянно здесь сюда заходили съесть пирожное, выпить кофе. В общем, сегодня мораль басни такова. Я посчитала по чеку, который мне принесли. На белорусские деньги я заплатила 59 900 рублей, ну 60 тысяч, короче говоря. Ну, я посчитала отдельно стоимость пирожного, стоимость кофе. Американо я заказывала. Так вот, у нас в Мурманске американо стоит 90 рублей, а здесь 101 рубль 57 копеек. Я вообще в легком шоке пребываю. Дорожка моя сегодня лежит в цирк. Да-да, я сегодня иду в цирк. Причем хочу сказать, что в моем любимом белорусском городе Гомель есть настоящее здание цирка с куполом. Сейчас я вам его покажу. Это еще не цирк, но мне очень нравится сочетание бани номер один и 5 капель. Ну, по сути, тоже цирк. Ха-ха. Пока я стою на переходе, хочу сказать еще вот что. Я тут накупила некоторых вещей, уже выложила ролик. Но я приобрела вот это все, что я показала, только благодаря скидкам. Потому что если бы не было скидок, то цены были бы выше, чем в Мурманске. Какой был бы тогда смысл покупать? Конечно, представление заявлено как новогоднее. В прошлом году здесь были львы. Не знаю, что будет сегодня. Мне кажется, в основном нацелено на маленьких детей. Но делать мне нечего. У меня каникулы. Поэтому я тоже за маленького сойду. Возле цирка стоит наш замечательный карандаш. Собака Клякса. У них тут затерли уже до блеска нос, мордочку. Вот девчонка пришла. И вот этот палец все считают своим долгом потереть и загадать желание. Ну вот, начало года, может быть, сбудется. Я где-то вычитала, что вот эта скульптура карандаша сделана в натуральный рост. Вот мне кажется, он ростом с меня. Но если убрать вот эту вот подставочку, постамент небольшой, то он получится совсем-совсем маленьким. Вот. Новогодняя сказка. Сегодня, кстати, такая теплынь в Гомеле. На меня в моей шубе как смотрят, как на дикаря. Народ без шапок, в легких курточках. Ну а мне ж холодно. Я же с тундры. Ничего себе. Вот это да. Почему-то никто не кричит, что нельзя снимать. Наверное, можно. Ой, какой он пушистенький. Какой он... Ой. Что-то ему не нравится. Наверное, процентов 90 зрителей – это дети. Ничего удивительного, новогодние каникулы. Но вот я тут тоже затесалась. Между прочим, именно в этом цирке в 80-каком-то году, еще при Советском Союзе, вот с этого купола во время представления сорвалась воздушная гимнастка, и она погибла. То есть здесь, не знаю, наверное, не очень хорошая энергетика. А может быть... Все это ерунда. Скорее всего, хорошая. Столько детей, все счастливы, все рады. Все давно забыто.
кстати, и не было объявления по поводу того, что нельзя снимать. Гениальная обезьяна. Это вообще антракт сейчас в цирке. За 50 тысяч на лошадке катать. 50 тысяч белорусских рублей. На верблюде не знаю за сколько, но девочка там бедная так вцепилась в этот горб верблюжий. Цены на попкорн 20 тысяч, 27 и так далее. Все это делим на 190, получаем цены в рублях русских.
вместе. 3, 4. Раз.